Давным-давно сотни преисполненных веры воинов двинулись на восток, в болото, со священной миссией, и, казалось, пропали без следа. Они были крестоносцами, орденом благочестивых мужчин и женщин, призванных очистить веру Закарума от темного влияния Мефисто, владыки ненависти. Крестоносцы дали нерушимую клятву посвятить свою жизнь поиском ключа к спасению Закарума и хранить ему верность до самой смерти. Каждый крестоносец должен был взять ученика и превратить его в оружие света. Когда учитель погибал, ученик брал его щит, его меч, его имя и его цель. Теперь один из крестоносцев идет на запад, вслед за звездой, что упала на новый Тристрам. И куда бы ни вела его дорога, он предан своей миссии и полон неугасимой веры. Крестоносец отважно бьется с порождениями зла, обрушивая на них силу света. Освященное оружие и непробиваемый щит помогают ему легко справляться с врагами один на один и крушить орды демонов. Кара небесная! Каждый его удар наполнен гневом, что нарастает неуклонно и разгорается сильнее, когда крестоносец уничтожает силы тьмы, позволяя ему наносить самые мощные удары. Да проклянет вас свет! Ярость небес опалит его противников, а свирепый удар щитом собьет их с ног. Этот воин света станет могущественным союзником другим героям. Бесстрашно сражаясь в гуще схватки, он вынуждает легионы преисподней нападать на него и пригвождает их к земле силой святого суда. Я вознагражден за свою веру! Крестоносец также способен придать соратникам сил, цитируя священное писание Закарума. Хранимый сталью и верой, доблестный крестоносец может выстоять в жестокой битве против любого порождения преисподней. Он настойчиво стремится уничтожить всех демонов и не остановится ни перед чем, чтобы избавить от них санктуарии навеки. Тебе пора умереть! Жизнь крестоносца полна опасностей. Не у всех хватит стойкости пройти этот путь. Но если вы обладаете достаточной смелостью, чтобы не дрогнув заглянуть в бездну, этот крестовый поход проведет вас от мрачных глубин преисподней к сияющим шпилям небес. И, возможно, вы найдете то, что искали. Я выполню свою миссию!